Современная техника требует от металлургического и машиностроительного производства улучшения качества изделий, дальнейшего совершенствования технологии. Решению этих задач во многом способствует термическая обработка с индукционным нагревом. Генный ток частотой от десятков герц до сотен килогерц. Переменный ток генерируется в охлаждаемом водой индукторе. Переменное магнитное поле индуктора возбуждает в поверхностном слое металла индуктированные токи. Таким образом, в отличие от печного нагрева, источник выявления тепловой мощности находится непосредственно в самой детали. Толщина тепловыделяющего слоя при частоте 10 кГц составляет для холодной ферромагнитной стали доли миллиметра и изменяется обратно пропорционально корню квадратному частоты тока. При температуре выше точки Кюри глубина проникновения индуктированных токов в сталь возрастает более чем в 10 раз. Это происходит в основном из-за сильного понижения магнитной проницаемости при переходе в парамагнитное состояние. По этой же причине мощность тепловыделения при неизменных частоте и силе тока индуктора понижается, несмотря на небольшой рост удельного электросопротивления. Именно эти особенности перехода из ферромагнитного состояния в парамагнитное определяют кинетику индукционного нагрева. Такой нагрев, как правило, идет с большой скоростью до сотен градусов в секунду. Представленные кривые показывают, что снижение скорости индукционного нагрева происходит в районе температуры магнитного превращения. В отличие от медленного печного нагрева, на ход изменения температуры почти не влияет поглощение тепла при переходе перлита в аустенит, что видно на примере термокинетической кривой стали специального состава. Величина скорости нагрева в области фазовых превращений решающим образом влияет на механизм их протекания. Перлит – исходная структура отожженной стали. При достижении температуры перлитного превращения стали на межфазных границах возникают и растут за счет диффузии углерода зерна аустенита. При обычном печном нагреве со скоростями порядка градусов в минуту аустенизация успевает практически завершиться в узком температурном интервале вблизи точки перлитного превращения. В результате образуется крупнозернистый аустенит с относительно равномерным составом. При быстром нагреве интервал образования аустенита смещается в область более высоких температур. С повышением температуры нагрева увеличение скорости образования зародышей новой фазы опережает увеличение скорости их роста, благодаря чему образуется мелкозернистый аустенит.
Границы блоков ферритных зерен обогащены углеродом, поэтому при больших скоростях нагрева они могут быть наряду с межфазными границами местами преимущественного образования зародышей аустенита. При температуре 910 градусов Цельсия весь оставшийся феррит переходит в аустенит путем полиморфного превращения. При скоростном нагреве может не пройти полная гомогенизация сплава. В этом случае углерод обогащает области бывших межзеренных границ и участки структуры, содержавшие ранее цементит, что видно на приведенной авторадиограмме. При неизменной скорости нагрева аустенитное зерно, естественно, укрупняется с ростом температуры. Но для данной температуры оно тем мельче, чем выше скорость нагрева в области фазовых превращений. Это приводит к получению дисперсной мартенситной структуры стали, закаленной после быстрого нагрева, в отличие от крупноигольчатой мартенситной структуры после закалки с медленным нагревом. У сталей при заданной скорости нагрева наблюдается повышение твердости с ростом температуры закалки, связанное с увеличением объема, прошедшего аустенизацию. При большой скорости нагрева максимальная твердость достигается при более высокой температуре закалки. Большими преимуществами обладает применение сквозного индукционного нагрева для закалки и отпуска сортового проката. Оптимальный подбор режима закалки и отпуска в последовательно расположенных индукторах обеспечивает при необходимой твердости прутков большую, чем при печном нагреве, прочность и ударную вязкость, а применение водяного спрейерного душа позволяет осуществить интенсивное и регулируемое охлаждение. Равномерность спрейерного охлаждения предотвращает искривление прутка. Индукционные печи успешно применяются для закалки и отпуска конструкционных и нержавеющих аустенитных сталей. Большой удельный вес в технологии производства проката занимают длительные и трудоемкие отжиги, проводимые по различным режимам в зависимости от вида обработки. Кристаллизация, перекристаллизация, получение зернистого перлита. При этом из-за неизбежных градиентов температуры в большом объеме печи наблюдается вариация требуемых свойств как по длине одного прутка, так и между разными прутками одной партии. Кроме того, при отжигах в открытом виде металл обезуглероживается и окисляется. Этого можно избежать, применяя дорогостоящие защитные атмосферы, либо отжигая прутки в замурованных трубах. Время термообработки каждого прутка при рекристаллизационном отжиге в сотни раз. Благодаря этому значительно уменьшается обезуглероживание и окисление поверхности и отпадает необходимость в целом ряде длительных и трудоемких операций. Индукционные проходные печи ведут поштучную термообработку изделий, обеспечивая тем самым идентичность их свойств. Правильный подбор типа и количества индукторов, режима их работы и скорости движения прутков позволяют добиться наилучшего сочетания требуемых свойств и их постоянства по длине и диаметру прутка.
Отжиг с фазовой перекристаллизацией, проводимый в индукционных установках, формирует однородную дисперсную структуру. В последнем случае, после быстрого индукционного нагрева выше температуры АС1, металл должен находиться несколько часов в тепловой камере при температуре на 10-30 градусов ниже точки перлитного превращения. Значительно лучших результатов удается добиться всего за несколько минут путем циклирования с нарастающей скоростью около температуры перлитного превращения. Уже через 2-3 цикла получается достаточно мелкодисперсная структура зернистого перлита. При последующих закалке и отпуске стали с такой структурой получается более высокий уровень прочности и пластичности по сравнению со сталью, обработанной по режимам с печным нагревом. Большое распространение получил индукционный нагрев при поверхностном упрочнении деталей путем поверхностной закалки. При быстром поверхностном нагреве, когда глубина нагрева не больше глубины прокаливаемости, сердцевина детали остается мягкой. Предварительное улучшение, сквозная закалка и высокий отпуск упрочняют деталь, но после закалки вблизи мартенситного слоя образуется отпущенный слой с пониженной твердостью. Этих недостатков лишен метод поверхностной закалки при глубинном нагреве деталей. Глубина этого нагрева превышает глубину прокаливаемости стали. Закалка осуществляется интенсивным, со скоростями более 1000 градусов в секунду, охлаждением поверхности деталей водой. При такой обработке за мартенситом следует тростосорбитная структура. Это повышает стойкость деталей к динамическим нагрузкам, позволяя заменить дорогие сложнолегированные стали простыми углеродистыми. По этой причине, а также из-за возможности встраивать автоматы для термического упрочнения в поточную линию механической обработки, устройства для поверхностной закалки при индукционном нагреве нашли широкое применение в современном машиностроении. Примером применения индукционного нагрева для совершенствования технологии является разработка методов теплого волочения. Многократная протяжка через волоки невозможна без промежуточных отжигов, особенно для труднодеформируемых сталей. При этом величины обжатия небольшие, а промежуточные отжиги длительны. После отжига приходится удалять окалину с поверхности проволоки.
Появление индуктора непосредственно перед волокой позволило проводить волочение при температурах оптимальной пластичности проволоки. Это позволило увеличить степень обжатия и одновременно свести до минимума число промежуточных отжигов. Индукционный нагрев полностью решил проблему волочения высокопрочных сортов клапанной стали. В результате была создана поточная линия производства шлифованных прутков. Совершенствуя технологию и улучшая качество металла, применение индукционного нагрева одновременно приводит к сокращению производственного времени, требуемых площадей и, в конечном счете, к снижению производственных затрат. В этом одна из причин все более широкого практического использования термической обработки с индукционным нагревом.